37-летняя комедийная актриса Эми Шумер госпитализирована с симптомами сильнейшего токсикоза. По этой причине она отменила концерты и написала в соцсети: «Техас, мне очень жаль. Я с нетерпением ждала этих выступлений. Но я переношу их. Я в больнице. Я в порядке, и ребенок тоже». Эми поблагодарила врачей и медсестер, которые прикладывают усилия к облегчению ее состояния. У актрисы развилась сильная форма токсикоза – гипермезис. Эми жалуется, что во втором триместре беременности должно было стать легче, но на самом деле стало только хуже. Токсикоз в такой сильной форме бывает довольно редко, лишь в 1% случаев беременности. Симптомами являются слабость, тошнота, сильная рвота. Страдания актрисы продолжаются с самого начала беременности, но сейчас симптомы стали невыносимыми. Эми Шумер объявила, что беременна своим первым ребенком 23 октября. Актриса выложила фотографию в Инстаграм, на которой были изображены головы ее и ее мужа, шеф-повара Криса Фишера, на телах принца Гарри и Меган Маркл, которые также ожидают ребенка. Эми Шумер позиционирует себя как феминистку. Многие зрители критикуют стендап-комика за ее жадность, порой она требует огромных гонораров и устанавливает слишком высокие цены на свои выступления.